День призывника в муниципалитете имеет давние традиции. Еще в советские времена жители Ленинского района взяли шефство над одним из боевых кораблей Северного флота. Именно на него торжественно отправляли служить лучших из лучших. Раньше у нас, когда был в действии наш подшефный эсминец «Гремящий», мы отбирали из большого вот этого отряда ребят, которые имели право и честь служить на этом эсминце. Над кораблем шефства уже нет, а вот хорошую традицию решено возродить. 9 парней из поселений Видное и Володарское скоро отправятся на военную службу. В районном историко-культурном центре их напутствовали родители, друзья, представители руководства города и муниципалитета. Служба в армии, вам, наверное, еще со школьной скамьи это говорили, является долгой почетной обязанностью каждого гражданина нашей страны. С напутственным словом перед новобранцами также выступил священник Дмитрий Довбыш. В своей речи он сделал акценты не только на духовных, но и на практических аспектах военной службы. Хочется пожелать, чтобы вы слушали очень внимательно все инструктажи, которые вам будут даваться, и будете за них сразу расписываться, потому что от этого зависит ваша жизнь. Работы обязательно старайтесь выполнять внимательно. Вот, если стесняться не нужно, просто сказать: «Господи, благослови эту работу делать». Совсем недавно эти молодые парни прошли призывную комиссию. Всего в этом году 100 человек из Ленинского района отправятся в ряды российской армии. Впрочем, до конца года ожидается, что этот план, установленный Министерством обороны, будет перевыполнен. Как наш военком говорит, кто работает, тому и дают повышенные нагрузки. Мы всегда задания выполняем. Уверен, что выполним и в этом году. Ребята все идут с желанием служить в армии. Действительно, для каждого из этих парней служба в армии – осознанное желание, а для многих еще и важный шаг, необходимый для воплощения жизненных планов. Будет военный билет, который потом открывает тебе пути, да, по жизни все. Вот. А тем более с моей профессией, которую я окончил училище, получается, гражданской авиации. Вот. А по моей профессии то есть нужен военный билет для трудоустройства, поэтому, конечно, с удовольствием. Год можно будет посетить. Сотрудники призывной комиссии отмечают неизменно высокий физический уровень подготовки парней из Ленинского муниципалитета к службе в армии. Ну что приятно, что сейчас даже вот люди уходят в армию, 2 человека уходят с клуба «Десантник». И у нас много ребят уходят в армию, потому что они готовы к этому служить и рвутся в десантные войска, там, где можно проявить свои умения. С сегодняшнего дня День призывника вновь станет в Ленинском городском округе хорошей традицией. А молодые люди наверняка, с одной стороны, почувствуют большую ответственность, а с другой – отправятся на службу с ощущением заботы и поддержки земляков. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.